Я хотела попробовать ночь. И знаешь что? Я хотела даже просить сыграть начало, вступление, и заключение сыграть так вот без слегка, знаешь, как не как-то сумрачно, вот когда бывает такая погода, когда ночь, и вроде бы внизу безветренно, а там наверху ветер и облака вот. Знаешь, не облака, тучи прям вот летят, лунная ночь. И эти вот, этот сумрак, который там вот летит, знаешь, как слегка приглушен. Можно сделать приглушенный. То есть здесь написано эспрессиво, но сделать эспрессиво, но в рамках вот этого приглушенного такого, как бы сумрачного, такого какое-то предгрозовое состояние, которое пролетает, и вдруг раз, и ясная лунная ночь. А то у нас опять налетает этот случай. Вот такое вот. Это описание очень важно, я просто пытаюсь прям вот реально вот сплотить музыкальный вкус вот этого, о чем ты говоришь. То есть не делать вот, замедление, там, а вот прям вот летящие вот эти тучи, не делать. Ну я понимаю, это чуть более объективно, природно. Да. Меньше как художественного я, а больше вот какой-то стихии, которая. Потому что я это вижу на самом деле даже с учетом такое настроение, я вижу даже с учетом, если там будет немножко эспрессиво рубато, я все равно вижу, как это можно сделать. Вот делать не рубато. Можно сделать не рубато. Не то, что рубато, а чисто такой вот, как виолончель поет, она же не может не может. Ну у нас там виолончель. То виолончель. Виолончель высокого регистра. Где кто сказал? Я говорю, здесь абсолютно четко видно. Ну вот я хочу от этого отойти, от этого образа. И хочу уйти в сторону. Скорее, это не отдельно, это не солирующий инструмент сопровождения. Вот что я хочу сделать. Не солирующий инструмент сопровождения. Это группа виолончели. А просто это какой-то шум. Вот. Понимаешь? Ладно, давай попробуем. Если тебе не понравится, просто выкинешь. Возьмешь эту запись, распечатаешь, чтобы разрушить запись. Умри. И живее. То есть сейчас. Можно я, может, я сыграю? Я давай, не давай. Сыграю. Я, конечно, я спою. Тучи, когда смотришь ночью, лунной ночью, смотришь, и там летят вот эти тучи высоко, очень быстро летят. А потом вдруг они пролетают, и вдруг внезапно наступает ясная лунная ночь, и тихо, без ветра. Я могу сделать мафл, я энтузиазма все больше и больше с той стороны, я смотрю. Нет, я просто пытаюсь пойти навстречу и сыграть что-то понравилось. Тучи, а потом возникает вот это, вот оно, мольта эспрессива, от чего я люблю тебя. И чтобы вот этот звук голоса, он был похож немножко на звук трубы. Понимаешь, вот металлический, как бы, как вот как такая ясность, как бы ясность. На концерт вообще не было трубы, который сейчас был в Сочи. Я с табачами работал. Да, расскажешь. Thank you.
Я там одну гармонию на фотошопе впервые в жизни увидел не те ноты, которые я всегда играю. Вот. Вот это